Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас интересная тема – инструменты для эффективной деятельности в технологических присоединениях. Каким образом строится деятельность сетевой энергокомпании после получения заявки на присоединение к мощности? Давайте разберемся, кто участвует в деятельности сетевой компании. Два типа персонажей. Одни специалисты, их называют операционными специалистами, они обеспечивают операционную деятельность, они эксплуатируют оборудование, эксплуатируют активы компании в целях реализации ее деятельности. А другая группа специалистов – это проектные специалисты. Они занимаются проектами улучшений, анализа, разработки новых решений для компании. Итак, есть операционная деятельность и проектная деятельность, и два типа специалистов внутри компании. Я бы хотела отметить, что этот слайд хорошо иллюстрирует процессную проектную деятельность и их взаимосвязь. Совершенно верно. То есть они видно, что есть два вида деятельности, и для того, чтобы эти два вида деятельности надо объединять, интегрировать. Вот для объединения существует и применяется матричная структура управления компанией. То есть развитие компании, инновационная работа компании всегда требует матричной структуры управления. Для каждого проекта улучшения прорабатывается, разрабатывается дорожная карта, каким образом этот проект улучшения можно делать по шагам. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Да, для проектов нам очень важно расположить эти этапы в правильном порядке, чтобы на каждом этапе иметь значительную победу. Потому что, в отличие от математики, здесь от перемены мест слагаемых сумма может значительно измениться. Да, правильная последовательность приводит к увеличению конечного результата. Для того, чтобы вот этот порядок установить, надо хорошо представлять устройство этой деятельности. И для представления устройства деятельности используются карты бизнес-процессов. Карта бизнес-процессов – это тот ландшафт, то описание, с которого начинается любая деятельность по оптимизации. Надо иметь чертежи этой деятельности. Карта бизнес-процессов содержит основные поддерживающие процессы. И функционирование основных процессов невозможно без функционирования поддерживающих. Да, хотя они называются основные и поддерживающие. Основные создают ценность, поддерживающие обеспечивают их работу. Вот для того, чтобы ценность создавалась, одинаково нужны и те, и другие. Если бизнес-процессы верхнего уровня определены, скажем, прием заявок, разработка технических условий, создание договоров, исполнение договорных обязательств, выдача актов технологического присоединения, то вот каждый из этих процессов должен быть детализирован. И этот уровень детализации должен быть такой, чтобы исполнители, участники этого процесса понимали и могли использовать эти карты, так сказать, в своей практической деятельности. Обычно в практике компании используют три уровня детализации. Верхний уровень, он дает обзорную модель. Средний уровень, он дает обзорную модель по каждой компоненте бизнес-процесса. И, наконец, нижний уровень, его называют процедурами, это описание бизнес-процесса в форме, удобной для участников этих процессов. На них однозначно показываются и описываются деятельность каждого участника бизнес-процесса, ну, в данном случае бизнес-процесса технологических присоединений. Позвольте, Вячеслав Владимирович, мне еще прокомментировать, так сказать, со стороны Ленэнерго, что помимо описания именно последовательности действий, детализация была сделана и относительно конкретных рабочих мест. И какая же работа была проведена? В первую очередь мы взяли типичное рабочее место сотрудника, посмотрели, что на нем не соответствует каким-то стандартам международным по тому, как должна быть устроена деятельность для того, чтобы она приносила, имела наибольшую эффективность. После этого мы сделали список того, что, какие проблемы выявлены, и оптимизировали их. И вот наши слушатели могут видеть две фотографии уже в результате того, как выглядят рабочие места. И красными стрелочками показаны бизнес-процессы, которыми ежедневно пользуются сотрудники, в данном случае, в центре обслуживания клиентов Ленэнерго. Совершенно верно. То есть оптимизировать нужно не только бизнес-процессы, но и рабочие места сотрудников, которые, так сказать, исполняют эти бизнес-процессы.
Если бизнес-процессы описаны, структурированы, поставлены, то этими процессами надо управлять. Управление – это как бы процесс наблюдения за работой во времени, фиксация информации о результатах исполнения деятельности, анализ этой информации и выработка управленческих воздействий на процессы с тем, чтобы вернуть в случае отклонения этот процесс к необходимому состоянию. Хотела просто добавить, что получается, что если мы можем управлять процессом только тогда, когда мы получаем определенные метрики, показатели для того, чтобы его измерить как-то. Да, то есть процесс становится управляемым тогда, когда у нас есть информация о ходе его исполнения. Нужны метрики, нужны показатели, нужны наглядные деловые экраны, которые показывают результаты исполнения этого бизнес-процесса. И эта информация должна доводиться до сотрудников, иначе она попадает никуда, и процесс он не управляется и не наблюдается. Именно по такому пути и пошло Ленэнерго, поэтому сразу получили достаточно хорошие результаты, буквально на первых шагах. Да, первые результаты, я знаю, были получены тогда, когда процесс был структурирован, стал измеряться, и наглядные методы наглядного управления, показывающие текущее состояние деятельности, стали доводиться до сотрудников. Ну, вот схема, которую мы сейчас обсуждаем, и когда мы говорим, что надо поднимать информацию, надо ее анализировать, надо предоставлять для сотрудников и так далее, это довольно затратная, сложная, так сказать, деятельность. И сегодня, конечно, ее нельзя делать без автоматизации. В каждом бизнес-процессе есть сегодня элемент, который называется автоматизация бизнес-процесса. Мы автоматизируем документы, которые используются в бизнес-процессе, мы автоматизируем документооборот, мы автоматизируем операционный учет хода исполнения этого процесса, построение показателей, доведение до сотрудников. То есть сегодня значительную часть этого бизнес-процесса, сложную часть, мы переводим на автоматизацию. И особенность современной информатизации еще и в том, что она такая подвижная, я бы так это сформулировал. Сегодня любая информация может передаваться на подвижные платформы, и любой менеджер, находясь в любом месте, так сказать, может получать ее в онлайне. И хотелось бы еще добавить, что именно благодаря тому, что в Ленэнерго повсеместно внедрялась автоматизация бизнес-процессов, любой топ-менеджер или любой другой заинтересованный человек мог получать информацию в достаточном количестве в любое время и в необходимом объеме. Теперь у нас есть процессы, у нас есть ответственность, у нас есть система управления, то есть у нас есть то, что работает, и то, что уже, собственно, обеспечивает исполнение деятельности. Но любая деятельность, сделанная сегодня, может быть улучшена завтра или послезавтра. Поэтому нужна непрерывная организация непрерывных улучшений деятельности. Шаг от шага деятельность должна исполняться все лучше и лучше. Каким же образом непрерывность улучшений обеспечивалась в Ленэнерго? В первую очередь проводился регулярный мониторинг проблем. Они были привязаны именно к операционной деятельности. Составлялся список, и он составляется и обсуждается с операционными менеджерами. И, во-вторых, это в Ленэнерго был сформирован банк улучшений. Он включал в себя различные идеи от операционных сотрудников, которые впоследствии рассматриваются на комитете и переводятся в статус инициатив, после этого приводятся в реальную жизнь, то есть в реальную деятельность компании. То есть смотрите, получается, что сама деятельность по улучшению деятельности такая же важная, как исходная деятельность. Вот так бы я сформулировал. Да. Это один из элементов умной экономики и умного управления. Нужно применение международных стандартов, не надо изобретать велосипеды. И такие решения, как система бережливого производства Lean, как стандарты ISO 9001, являются обязательными для каждого такого проекта. Ну, давайте скажем несколько слов про стандарты. Что такое применить стандарт ISO 9001 применительно к технологическим присоединениям? Это значит ориентироваться на потребителя. Да, мы все время думаем о потребителе. Это значит обеспечивать лидерство руководителя. Топ-менеджеры компании участвуют в исполнении этой деятельности непосредственно.
это вовлечение сотрудников. Каждый сотрудник, так сказать, участвует, принимает участие в генерации идей, принимает участие в проведении улучшений. Процессный подход, ну, то, что мы говорили про описание бизнес-процессов, как раз это и есть реализация процессного подхода. Системный подход к менеджменту, показатели, метрики, индикаторы, наглядное управление – это и есть реализация этого принципа. То есть каждый принцип системы менеджмента качества реализуется через конкретную систему инструментов в компании. То есть это не просто абстрактные такие принципы для абстрактного изучения, а это принципы для детализации конкретного применения. Ну и еще один очень важный элемент. В процессах, в организационной структуре, в проектах работают люди. Собственно, кто исполняет бизнес-процессы? Специалисты. Кто участвует в проектах? Специалисты. Кто составляет, так сказать, включен в организационную структуру? Специалисты. То есть, если специалисты не будут вовлечены, если они не будут понимать, если они не будут мотивированы, если они не будут ориентированы на профессиональный рост в этой деятельности, то вот вся система деятельности не сработает. Чертежи будут, документы будут, описания будут, а деятельности не будет. Поэтому HR-инжиниринг, то есть направленность, так сказать, на человека, включенного в бизнес-процесс, направленность на помощь этому человеку, направленность на развитие его личностных компетенций, на раскрытие его потенциала, так сказать, обязательный точно такой же элемент такого типа проектов, как и модель бизнес-процессов. Получается, что HR-инжиниринг отвечает на вопрос, как вовлечь сотрудников в работу. Каким образом вовлечь сотрудников в работу? И он в конечном итоге не только ставит этот вопрос, но и должен его решить. Поэтому вот все это вместе, процессы, структура, управление, специалисты, вовлечение специалистов, IT-инфраструктура, мобильные платформы. Вот библиотека, так сказать, решений, которые пользуемся сегодня для оптимизации бизнес-процессов. И каждый раз эта библиотека, как бы она, это незаконченный список. Применили 15-20 инструментов, нашли еще 5 в процессе непрерывных улучшений. Внедрили 5, стало 25, нашли еще 8, так сказать, для внедрения и построения системы следующего поколения. Таким образом, система эволюционирует, то есть она не заканчивается, разработка системы не заканчивается тем, что мы ее сдаем в применение, а она непрерывно, так сказать, производится в ходе эксплуатации этой системы. Каждое следующее поколение системы должно быть лучше, чем предыдущее. Вот так устроен портфель умных решений для технологических присоединений сегодня. Благодарю за внимание.